Лично, если противник увеличит свою армию в разы, то как-то и нам должна понимать, что это уже будет там не 1:5, как сейчас, да, это будет 1:15. Поэтому надо как-то выравнивать ситуацию, скорее всего, будет объявлен призыв. Есть возможности, есть учебные центры, пока есть время там до весны, успеем, подразделение успеет пройти боевую подготовку, провести учения, получить боевое слаживание подразделений, и, думаю, весну мы встретим уже. Уже в другом, в любом случае, в личном составе, чем сейчас. Что вы ждете от этой мобилизации? Ну, создание, как минимум, дополнительных 5 бригад. 3 мотострелковых, 2, 1 артиллерийскую, 1 танковую. Это тот резерв, который позволит гарантированно выдержать любой удар. И в случае успеха развить контрнаступление с рядом, решением рядом оперативных задач.